Смотрите в пятницу в 18:15 на телеканале «Самара ГИС» программу «Хочу домой» о брошенных и бездомных животных. Вы увидите видеовизитки о собаках и кошках, которым нужен свой дом и любящий их хозяин. Возьми собаку из приюта, и кошке тоже нужен дом. Сюжет о собаке, которая неожиданно стала домашней, а ведь ее и не планировали забирать домой. Довольная собака и счастливая семья. Беседа с гостями студии. Анастасия Илюшова, волонтер молодежного объединения «Лапа», студентка Самарского государственного колледжа. И Екатерина Воробьева, заместитель директора благотворительного фонда «Благоденствие». Смотрите в программе «Хочу домой» на телеканале «Самара ГИС» в пятницу в 18:15.